Здравствуйте, меня зовут Сверлик Дарья, член Международной ассоциации поддержки и развития грудничкового плавания и руководитель детского аквацентра «Элми». Задача ассоциации – пропагандировать выстроенное правильно как физиологически, так и психически плавание. Тренер обязательно должен при первом вашем знакомстве подробно расспросить вас о состоянии здоровья вашего ребенка, о поставленных диагнозах с момента рождения. Тренер не должен заниматься психологическим насилием. Если у ребенка ярко выражен испуг, тренер должен искать подходы, в первую очередь установить контакт с ребенком. Следите за структурой тренировки и упражнениями, которые дает тренер. Основа – это обычная физкультура. Должна быть суставная гимнастика в начале тренировки, должна быть заминка успокоения мышц в конце тренировки. Следите за очевидными грубыми нарушениями физиологии. Тренер должен выполнять физиологическое ныряние с правильным положением головы и позвоночника. Голова не должна быть излишне закинута назад, не должно быть излишнего лордоза в позвоночнике. Тренер должен правильно фиксировать конечности ребенка при выполнении динамических упражнений. Это залог безопасности. Это тот минимум, на который вы можете обратить внимание и сделать ваше плавание безопасным, независимо от того, какой аквацентр вы выбрали. Плавайте с любовью.